Всем привет! Сегодня разбираю евро-трешку от квартала на Некрасова, застройщик Брусника. Уверен, что это вам интересно, потому что какой классный, красивый, сладкий квартал. Поехали смотреть! Ребята, прежде чем мы приступим к разбору планировки, точнее я приступлю, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о полезных видео, которые я специально для вас снимаю. Ну и начинаем. Итак, 120 квадратных метров, 25 900 в миллионах, я считаю, 25 миллионов 900 тысяч рублей, то есть почти 26 миллионов стоят эти 120 квадратов. Это что, получается 200 тысяч за квадратный метр примерно? Не слабо, однако, я вам скажу. Давайте смотреть, что вы получите за 20 миллионов рублей. Ну, прихожую вы получите так себе. Значит, заходим, 7,4 квадратных метров и малюсенький шкаф. Блин, это фиаско на 120 метрах, с учетом того, что здесь будет проживать как минимум 4 человека, ну то есть двое взрослых и двое детей, раз такая, ну хорошо, трое пускай будет. Блин, ну что сюда влезет? То есть по курточке от каждого? Не, ребята, так дело не пойдет, надо искать куда еще. Ну, дальше еще у нас есть гардеробная, вот здесь гардеробная, и в принципе сюда, наверное, можно много вещей утолкать, я бы так сказал. Ну, окей, хорошо, принимается. Значит, гостевое пространство, ребята, что мы здесь видим? Мы видим абсолютно тупейшее расположение кухонного гарнитура, по-другому я это назвать не могу. Кто делает вот такое расстояние между островом и основной линейкой кухонной? Ребята, здесь 3 метра, блин, 3. Вы посчитайте, сколько вы будете передвижений делать, но это просто тупо неудобно. Ставится ближе, вот так вот, ближе. Я вам сейчас расскажу, насколько ставится. Расстояние между кухней и островом делается от 80 сантиметров до 1,20 м. Все, больше не нужно. Вот эти ваши 3 метра, они никому не нужны. Это неудобно. Второе, то, что у вас варочная поверхность рядом с сидящими, это тоже неудобно. Это значит, что брызги могут отскочить и попасть на руку тому, кто сидит. Или, не дай бог, вообще на лицо попадет какая-нибудь брызга вот этого раскаленного масла, так тоже делать нельзя. Да и вообще ощущение сидящего рядом с этой горячей плитой, оно неудобно. Вопрос, а зачем вообще так делать, когда столько много свободного пространства, где можно развернуться? Ну хорошо, сдвинули его вот так, поставьте сюда стол, все же прекрасно влазит. Зачем вот это? Я знаю, что отвечают в отделе продаж и вообще тем людям, которые задают подобные вопросы. Ну так а что вы купите и сами там все расставите? Ставите так, как вам надо, смотрите, тут же места хватает, ребята, но это просто это лечилово какое-то, потому что надо сразу же расставлять мебель, потому что вдруг не хватит 20 сантиметров и с одной стороны вы стулья уже не поставите. Нет, с самого начала надо ставить, делать нормально. Ребята, Брусник, у вас отдел целый есть по расстановке мебели, по планировкам, что вы сразу нормально сделать не можете, что ли? Сделайте, не знаете как, приглашайте спецов, мы вам поможем, вопросов нет. За отдельные деньги все нарисуем. Итак, вот можно каким образом сделать. Это нам позволяет освободить пространство и поставить немножечко свободнее мебель. Вот сюда вот мы это все можем сдвинуть, вот эту всю мягкую мебель. Пожалуйста, не нравится так, можем кухню переиграть, например, поставить сюда, остров вот таким образом, ну то есть как бы лицом в зал. Стол мы можем ближе к окну поставить, диванную группу вот здесь. Ну то есть здесь варианты есть, есть варианты, как поиграться. Проходим дальше, попадаем в коридор, такой Г-образный, Г. Кстати говоря, я не сказал в самом начале, эта квартира такая, знаете, распашонка, увеличенная в размерах. Ну, такая надуя. Раньше дети, я когда был маленький, компьютеров-то не было, надо было как-то развлекаться. И вот некоторые смышленыши, значит, через трубочку надували лягушку. Такое развлечение было, вот лягушку надували. Вот эту квартиру тоже надули, как лягушку. Ну, то есть, потому что это же распашонка, ребят, но обыкновенная. То есть, вот такая пымс, как в панельных домах раньше была. То есть, вот просто это побольше. Ладно, Г-образный коридор, 12 метров. Ребята, задумайтесь. 12, берите калькулятор, 12 квадратных метров коридора умножаете на 200 тысяч квадратный метр. Здесь, по-моему, столько, да, мы выяснили, стоит 200 тысяч квадратный метр. И вы получите... 2, блин, миллиона рублей вы платите просто так. Фу.
Ну так, все в народ. Так вот просто бух. Так вот, широкого плеча. А, ну просто за вас берут эти деньги, то есть вот за этот коридор вы платите 2 миллиона рублей. Два миллиона рублей. Раньше столько квартира стоила там, но однокомнатная, но квартира. А тут коридор. Одна детская, 16-17 метров, ну окей. Не буду обсуждать, как здесь расставлена мебель, конечно, надо по-другому, но окей. А, спальня, дальше родительская спальня, 18 квадратных метров. Здесь, конечно, мастер спальня и не пахнет. А я вам скажу, что если у вас проживают дети, ну так вот случилось, что как-то вот оп и получилось, то мастер спальня просто необходима. А здесь ее нет. 120 квадратных метров, мастер спальни нет. Куда вы смотрите, проектанты? Двойка вам за матчасть. Должна быть мастер-спальня, должна быть ванна, свой гардероб и свое, конечно, спальное место, куда же без него. В этом плане, возможно, вот сюда нужно делать душевую какую-то. А вот здесь, возможно, нужно как-то делать шкаф. И вот заходим вот так, то есть кровать вот как-то может быть вот так. Ну, в общем, не знаю, надо думать. Для того, чтобы подумать, нужно, чтобы, так сказать, кто-то дал импульс, посыл, сказать: Иван, подумай, пожалуйста, давай, включи свой гений и придумай нам планировку. Ну, для этого надо написать в комментарии, значит, обратиться, заказать проект, ну или просто планировку, и все будет. Но пока я иду дальше. Иду дальше и попадаю, значит, через этот вот длинный Г-образный коридор за 2 миллиона рублей, я попадаю в ванну. Ванну 5,3 квадратных метра в целом неплохо. Даже две раковины куда-то вот поставили. Конечно, по-другому нужно располагать сантехнику. Я бы развернул унитаз, поставил бы раковину там, ну или местами бы их поменял. И получил бы вот здесь вот такой пятачок свободного пространства. Возможно, на входе поставил бы зеркало какое-нибудь красивое, в котором мы могли бы отражаться, входя. Красивое зеркало, в раме зеркало. Или вообще картину бы туда повесил. Вот так вот заходишь и радуешься. Ну здорово же, ну вот картина на входе. Понимаете, когда работаешь над пространством и когда планируешь это самое пространство, нужно думать о таких вещах, как красота. Логично? Логично. Так вот, когда мы входим в помещение, мы должны всегда входить на красоту. Так называемая точка фокуса. Вот обеспечьте ее, а у вас здесь точка фокуса неправильная какая-то. То есть можно сделать лучше, интереснее. Вот, займитесь вопросом. Так, остается комната 16 квадратных метров. Ну, тоже нормально, площадь хорошая, форма правильная. Слава богу, нету никаких уступов, выступов и прочее. Так что обыграть ее можно совершенно спокойно. В общем, друзья, 120 квадратных метров за 26 миллионов рублей станут вашими, если у вас, если вы располагаете такими суммами. Ну, как только вы приобретете эту квартиру, перед вами станет вопрос планировочного решения и дизайна. Ну, а на этом все, друзья. Если что, вы знаете, куда обращаться. Вы знаете самую гениальную дизайн-студию на свете, студию Градис. Жмите на колокольчик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Да пребудет с вами муза!